Пейзаж с билбордом. Сюрреалистическая картина американского художника Гая Джонсона, написанная в 2002 году, находится в частной коллекции. На картине «Пейзаж с билбордом» мы видим плакат, рекламирующий шелковые чулки. В противовес откровенной эротичности плаката, на переднем плане картины изображен подросток в круглых очках, одетый в синий школьный костюм и белую рубашку с галстуком. Очень скромный, аккуратно причесанный юноша с явно нерешенными сексуальными проблемами. И если говорить языком символов, то на заднем плане картины художник изобразил будущее молодого человека, связанное с развитием техники. Слева мы видим старый сломанный трактор, а справа – дирижабль. И, конечно же, с красивыми соблазнительными женщинами, которые, получается, в его тайных мечтах пока располагаются на переднем плане. Возле рекламного щита замерла, будто в ожидании чего-то небольшая собака. Розовый закат и воздушные змеи в небе являются символом великих свершений в будущем.